Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Агрожилование». Мы представители завода КВД, который производит рабочие органы по технологии «Култан». Мы сейчас находимся в Одесской области. Сегодня 11 июня 2020 года. Мы находимся возле самодельного агрегата, который фермерское хозяйство построило своими силами. Мы сделали поставку рабочих органов КВД, и фермерское хозяйство работает теперь по технологии «Култан». Все больше и больше фермерских хозяйств в Украине начинают понимать о том, что когда мы вносим удобрение путем инъекции, это намного эффективнее, нежели мы будем разбрасывать либо распрыскивать на поверхность. Сейчас данный агрегат работает по кукурузе. Посмотрим, какие будут результаты. Мы оставляем здесь опытный участок, который будет обрабатываться традиционным методом внесения, и посмотрим на результаты. Хочу рассказать немножко за данный агрегат. Этот агрегат имеет ширину захвата 6 метров, двухкубовую емкость. Сейчас выставлено междурядие 25 сантиметров, 12,5 сантиметров от растения вносит. На данном агрегате сейчас 18 рабочих органов под 8 рядков кукурузы. А в стандарте это 24 рабочих органа с междурядием 25 сантиметров под зерновые культуры, под зерновые и рапс. Ребята, а мы с вами будем сегодня прощаться. Мы едем с Одесской области, едем на Западную Украину. Встретимся уже там. Хочу пожелать фермерским хозяйствам Украины, чтобы они не выкидывали деньги на ветер в виде удобрений, которые испаряются, когда мы ложим удобрения на поверхность грунта, и дует ветер, светит жаркое солнце, и ваши деньги просто испаряются. Вносите с помощью данной технологии Култан, и ваши деньги не будут испаряться, а удобрение будет кормить растения. И все 100% затрат фермера на удобрение пойдут только во благо растения. Все, ребята, всем пока. С вами был Алексайн. Всем хороших урожаев!